Всем привет! Предлагаю приготовить вкусную и сочную куриную грудку с помидорами, сыром в виде гармошки. Такое блюдо станет идеальным украшением праздничного стола, а также подойдет для повседневного меню. Максимальное удовольствие из самых простых ингредиентов. Для начала приготовим соус. Нам понадобится один желток, для этого отделяем белок от желтка. Соединяем горчицу 1 столовую ложку с желтком и хорошо перемешиваем. Понемногу добавляем 150 мл растительного масла. Затем добавляем карри 1 чайную ложку, а также соль и перец по вкусу. Сюда же добавляем 4 зубчика чеснока, пропущенные через пресс. Помидоры 250 грамм нарезаем полукружками. А также нам понадобится сыр, моцарелла 200 грамм или любой, который вы любите. Нарезаем тонкими пластинами. Нарезаем пекарскую бумагу. Берем 4 куриные грудки и по одной выкладываем на пекарскую бумагу. Делаем поперечные надрезы. Обильно филе смазываем соусом. И начиняем. В каждый разрез вставляем сыр и помидор. Заворачиваем края пекарской бумаги так, чтобы получились лодочки. Перекладываем лодочки с куриным филе в форму для запекания и отправляем заранее разогретую духовку до 180 градусов запекаться на 35-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Сверху можно украсить зеленью. И наше ароматное, сочное куриное филе готово. Всем приятного аппетита и отличного настроения. До скорых встреч. Пока-пока.